Так, ладно, давай, пошли. Ах ты, сука, тварь, блядь! Гандон! Ну ты и мразь! А доброго времени суток, многоуважаемые зрители. С вами канал Cinnamon Boom. И игра под названием God of War. И мы продолжаем искать этот грёбаный кристалл. Непонятно, где он лежит, сидит, стоит, что он делает и как его искать. Мелкий нам помогать отказывается, он обиделся. Ага. Тыкс, 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 тыкс. А, мы отсюда пришли, наверное, да? Турут. Туру-туру-туру-туру-туру. Так, дверца. Так. Так, где он, блядь? Блин. А где? А как? А! Идиот. Ой, ну зашибись! Я всего-то нашел кристалл, вы чё тут на меня нападаете? Нежданчик, блядь. Так, ладно, погнали, посмотрим, куда его можно воткнуть. Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи. А ты что предлагаешь, мелкий? Как его еще, пинать? Ну таскай сам тогда его, раз такой умный. Бесит меня. Что тут интересного может быть? Так, мы его воткнули. Взяли. Куда же мы теперь пойдем? Не понял. Ну-ка, мелочь. А, ага. Вот оно что, вот оно что. Подожди, а нам что нужно? Так, сначала... Так, давай попробуем. Часы какие-то, что ли? Так, F есть. Да что ты? Да ты собака, а? Подожди. Ух ты. Это мы тут надолго. Так,
Аллилуйя, наконец-то я сделал это, мои умницы. Них ни хрена не было. Так, что в сундуке? И нам досталось чешуйчатые рунные барбы. Обычный предмет, нагрудная броня. Прочная наступательная броня, повышающая силу урон. Ага. Спасибо большое за этот охренительный подгон, который нам нахрен, блядь, не нужен. Вот. Пойдем отсюда, мальчик, нам тут нехрен делать. Столько времени убить ради какой-то бесполезной фигни. Обидно. Ладно бы броня была еще нормальная такая, то обычная броня. Обычная. Обидно, знаете ли. Втыкай, пошли отсюда. Валим отсюда. И меня обидели. Я обиделся. Пошли отсюда. Фу таким быть. Так. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Подожди. Малец. Тут есть сундук. Был сундук. Я тут, походу, был. Ага. Так, ладно, понятно. Опа. Я дико извиняюсь. Денюшка. Тоже неплохо. Подожди, мелкий, подожди. Тут какие-то боссы будут, по-любому боссы. Тут у нас... А, я ж тут это... Ну, понятно. Угу. Так, ХП у меня полная. Ярость, надеюсь, тоже. Тут так можно... А, ну ладно. Так, ладно, давай, пошли. Ах ты, сука, тварь, блядь! Гандон! Ну ты мразь! Где ты, скотина? Иди сюда, я сейчас тебе бока мять буду. Заказывал массаж. Называется мгновенный пиздюлин. Ух ты, пардон. Не. Врешь, не возьмешь. Кстати, а где ты? Ага, сейчас. Я тебе говорю, что я тебе пиздюлей раздам. Ты что делаешь? Включи мне свет, ты насекомое. Так, 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 мелкий, мелкий. Стреляй в него, где он? А! Ну ты скотина все-таки, а? Ты глянь на это насекомое, а? Ай-яй-яй, беги, беги, беги. Отрай, стреляй в него! Сю его, сю его! Твою мать, а! Держи его, бомбочки! Ах ты собака, а какая! Какой ты все-таки бегун, а! Не беги за мной, беги от меня, чтобы я тебя догонял! Да как ты со своими бомбами заманал, а? Ну иди сюда. Ах ты скотина, а? Чё, устал? Ах ты тварь, а?
меня запасной жизни-то нету. Так, подожди. Подожди. Ай-яй-яй-яй-яй. Где жизни, 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 жизни? Я не осекло, это было тактическое отступление. Не путать, ага, нашел. Е-бой. Да чтоб ты... Ой, ты соб... Да подожди, у меня слов нет, какой ты тварь! Ты когда-нибудь спустишься? Ну-ка, Атрей, вдарь ему! Да как так-то, а? Долбит и долбит, долбит и долбит. Ну-ка, тактически съебываемся. Это тактика такая. Где хилка? Отвали от меня. Где хилки? Где хилка еще одна? Нету хилок? Нам капзда. Зато в бою! Сука! Так. Я тебя уже, сволочь, не боюсь, иди сюда. А, тут еще. Так, вот хилка, так запомнили. Вот хилка. Вот хилка. Запомнили. Я тебя на твое же копье посажу. Иди сюда, давай. Да в смысле, где ты? То есть ты так съебался? Не вовремя. Ага, сейчас. Отвали от меня. Да чтоб ты, давай прыгай. Ты чё не прыгал-то, Кратос, блядь? Ты чё, разучился, что ли, съебываться? Так, показывай мне, где он. Не, это со мной не канает. Ах ты, гандон, а! Ах ты, сука! Беги, 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 не слушай никого! Ты собака, а? Да кто ты такой, Сварталюфур? Сука, выговорить тебя еще надо, чтоб обматерить-то оказывается, а? Иди сюда, ты насекомая! Ай-яй-яй, ты хочешь мне сделать больно? Но не надо, ну пожалуйста, ты... Сука! ХПшечка. Ну что? Ай-яй-яй, что-то он удумал. Плохое удумал он. Так, ты собака. Не надо ко мне бежать. Отстань от меня, пожалуйста. Ты вот... Как ты вообще вот это... Вот это вообще спустись, пожалуйста, сука. Не, ты меня затрахал. Да сейчас, ори давай, громче, скотина. Ах ты, подлюка! Включи мне свет, тварь! Ну что? Опять 25. Что-то новенькое будет? Я тебе пополам сломаю! Тебе не жить! Да ты хоть знаешь, кто я, ты тварь! Если б ты знал, ты бы сейчас бы так себя не вел! Я бы у меня прощения бы на коленях просил, молил бы о пощаде! Ты... Кто ты вообще, Сварталюфур? Ай-яй-яй, не надо этого делать. Ах ты, скотина.
Атрей! Ага, сейчас. Держи карман пошире. Ах ты, сука! Да не надо туда идти! Сюда иди! И я добавлю. Ага, добавил. Ярость-то не растет. Атрей, гаси, гаси, гаси его. Ты чё такой яростный, а? Ты чё, в себя поверил? Ах ты, скотина! Атрей! Не надо бомбы, 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 Атрей, где эта скотина? А, да, добей, добей эту сволочь! Ой, как хорошо! Какую? О! Гнев волка. Рунный призыв. Вызов призрачного волка, который трижды бросается на врагов. Круто. Я не знал. Атрей не знал. Никто не знал. Но ты по итогу помер. Извини. Я не хотел. Ну, хотел, но не хотел. Вот ты понял, короче. Ты помнишь ответ? Да, да. Опа, лифт. Мы куда-то едем. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама. Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Вот она наглядная проблема отцов и детей. Да. А может я и хуйню спизданул. Ну да ладно, поплыли дальше. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Я бы, конечно, тут еще побродил. Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Угу. В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад.
Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем, вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Погнали. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад. И там уже развелось много всякой мерзости. Ну и ладно. Ну, пошли. Куда нам идти? За этим точильным камушком. Сходим, разведаем, посмотрим сундук. Ага, все, ага. Отец, я должен признаться. Что? Эти голоса в голове. Ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Угу. Так, если Кратос бог, значит, сынок тоже бог. А он об этом в курсе вообще? Наверное, нет. Так. Нас куда-то ведет. И цель, и квест в одном и том же месте. По крайней мере, направление у них одно и то же. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. А, ты подожди, Мидгард. Хрен. Тут столько миров. Очень интересно. Посмотрим. Посмотрим. Альфхейм. Нам нужен Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Так, все, да? Можем уже куда-то идти. Туда? Нам туда? Угу. Гном? Брок, мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. И у тебя какая? В чем дело, гном? В
Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Нам в шахту дайте. Да, полезная информация. Ладно, погнали. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Я бы побродил на самом деле. Что-то у нас Кратос сильно слабоват. Так. Оставлю себе. Угу. Оставляй, мелкий, оставляй. Ага. Фига себе, ты что, через стены пуляешь? То есть ту хрень тентаклю ты пробить не смог, а через стену это пожалуйста. Однако. Серебришко. А, вариант тебя уничтожить. Нет. Ладно. Потом. Потом. Все потом. Сейчас мы побродим немножко. Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Погоди, я ее тоже вижу. Это что у нас, глюк у обоих? Тут у нас... Опа, а что... Жаль, что мамы нет с нами ты... в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Да... Причалим здесь? Мы немножко в поисках интересней вкусняшки. Так... На всякий случай не будем рисковать, их уберем. Мало ли что тут у нас. Хилка, допустим. Что это? Сын. Слушаюсь. Фига, подвину. Вперед! Ну как? Ой, ну иди сюда, давай. Крот, ящерица. Ух ты! А ты кто такой? Офигеть! Ну я в тебе не сомневаюсь, конечно. А ты-то откуда взялся? Я тебя сейчас с кулака вынесу. Смотри, что умею. Ах ты, сука! Не, ты что, восстановиться решил? Ага. Ну-ка, мелкий, давай, втащи ему, давай. А ты что такой? Команду? Убивать! Всего один, ну, сука, жирный.
Ты откуда? Что это? Это дух. Какая наблюдательность и безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Рукоять искусного воина. Обычный предмет, рукоять для топора. Ух ты, исчез. Ага. Идем, ни к чему отвлекаться. Повышение силы, защиты и удачи. Улучшение повышает другие характеристики. Так, давай-ка мы тут все посмотрим, что тут есть интересного. И, пожалуй, будем заканчивать. Ага. Ага. Так. Почему? А, все. Вот почему. Так, мелкий, сюда иди. Цепочку мне будьте любезны. Цепочку. Ну давай. Ай, молодца. Сундук. Мелкий. Угу. Скоро. Угу. Фигуры. Это все? Или что-то еще? А как туда попасть? А? Как туда попасть? Ладно. Потом. А, нет, подожди. Подожди. Блин. Да что ты? Ты, главное, никуда не улетай, птичка. Да что ты? Есть! Отлично! Всем пока! До новых встреч! Пока!